Добрый вечер, жители нашего хостеля и наши гости. Сегодня Женя нам сделал такой подарок, привел двух красивых девочек, которые нас порадуют своим голосом, своим пением. И мы будем наслаждаться. Приятного просмотра. Славские, хотя и не родственницы. Я Оля, вот так бывает, да? Я Юля. И Юля. Мы познакомились здесь, в Израиле, в Хайфе, и знаем, что есть много людей с подобной фамилией еще, даже кроме нас двоих. И мы тоже не приходимся друг другу родственниками, вот такая штука. Итак, ну снова, в общем, Заславские, Оля и Юля. И мы начинаем. Вы готовы? Любовь к музыке, любовь к песне, а мы начнем с песни, которую вы все прекрасно знаете, из репертуара Луи Армстронга. What a wonderful world. Можете подпевать? Я буду рада.
микрофону. И следующее произведение у нас, надеюсь, более, быть может, более известно. Песня в исполнении всем известна Анны Герман «Эх, любви». Никогда.
Эдварда Паулса. Любовь настала. Как много лет во мне любовь спала, мне это слово ни о чем не говорило. Любовь таилась в глубине, она ждала. И вот проснулась и глаза свои открыла. Теперь пою не я, любовь поет, и эти звуки в мире эхом отдаются. Любовь настала так, как утро настает. Она одна во мне и плачет, и смеется, и вся планета распахнулась для меня. И эта радость, будто солнце не остынет, не сможешь ты уйти. Булахов.
пипиты. Исаака Дунаевского из оперетты «Вольный ветер», точно? Thank you.
нашей музыки Марка Минкова из кинофильма с «Старый рояль». Thank you.
необычайно красивый, но вы почувствовали, какой красивый аккомпанемент. Подарок, понимаете? А на самом деле он немножко в этой сфере, ну, в общем. Назарет ее не буди. Варламов. Тоже мы вернулись к классическому репертуару. Прям совсем. Thank you.
закончит храм, песни мы уставили праздник свой воду. В честь него мы нашу песню дружно пропоем, и пускай потом место отведут. Поспешим мы на веселый бал, поспешим на карнавал. Звонкий вальс долетает из густых корей, и там несется танцы каждой с девушкой своей. Несется танцы каждой с девушкой своей. Если мы перейдем на русский язык, это будет «Дай мне слезами выплакать горе». Хорошо.
Лашак Йопьянг. Oh, you.
ощущала себя в Большом театре. Такие голоса. А уж если сказать про театр оперетты, это просто отдельный аплодисмент. Отдельный аплодисмент. Это нового театра оперетты. Вы согласны, Леонид, вы согласны. Спасибо тебе за этих жемчужинок, которые ты к нам привез. Спасибо тебе за организацию. Спасибо, Женя. Всего доброго. Спасибо огромное, Евгений, за это.